Да. Да. Приехали в город Чиливак. Что мы тут сейчас вам покажем? Мы еще сами не знаем, да, Тим? Помашите ему ручки вот так. Ну, что-нибудь покажем. Сюда мы приехали. Очередь на въезд. На стоянках машин много. Может быть, даже нет свободной стоянки. Очередь на въезд, видите? И нам тоже туда же, в эту же очередь. Вы знаете, въезд был очень хорошо организован. Мы быстро заехали, нам быстро показали, куда нам ставить машину. Так что с парковкой у них вопрос хорошо здесь решен. Теперь мы идем смотреть, гулять. Мы идем купить билеты. Пусть стоят. I need you. Oh, then it's over here. Yeah. Okay. Thank you. Все, пойдем. Дали нам программу сегодняшнюю. Стой. Oh, yeah. Let me stamp it. It's like super important. Just in case. There you go. Смотрите, откуда мы начнем, я не знаю. У них тут сегодня фейер. Мы сейчас все посмотрим. Вроде все снимаю. Ох, что здесь такого интересного? А нам вон туда на улицу Родео, наверное. Да, а здесь? Улице. А здесь давайте посмотрим коровок канадских. Хотите посмотреть? Вот они стоят какие. Ой, сколько людей тут ходит. Маленькие теляточки. Опа. Смотрите, а вот этот какой бежевый какой, да, хорошенький? Он прям кудряшечка такой. Стоят такие спокойные. Трогать я тебя не буду, гладить. Ты какой носик у тебя хороший. Красавчик. Хочешь погладить? Я тебя снимаю. Не хочешь? Ой, смотри, не хочет идти. Смотри, его вытаскивают, он идти не хочет. Нет, говорит. Она его не может. Пошел. А посмотри, у них эти спины какие гладкие. Это потому что это Родео, а Родео... Ну куда пойдем? Мы приехали смотреть Родео в городе Чиливак. Я себе... Мало себе представляю, это как это все может быть. Мы, наверное, не так пошли, надо было через центр идти. А мы что-то пошли там, где... Тима, не наступи. Ой, какие маленькие понюшки. Смотри, поники, какие маленькие. Маленькие какие. Вон там они уже выступают. Ну, да, но мы сейчас куда-то как-то должны пройти. Вон, видишь, они где выступают? Смотрите. Давайте посмотрим. Вот. Смотрите, сейчас она поедет. Сейчас мы пойдем, сейчас посмотрим, что это эти тут делают. Ну, оба, поскакала. Не на палочках ездить.
Посмотри, какая наездница, у нее пузо как трясется. Как у нее живот трясется, смешно, когда она поворачивается. Ну, поверни сюда лицом, сейчас увидим. И тут специальные, наверное, упражнения. Судьи идут ей оценку ставить. Please walk on the rail on the right ring. Rain. Вот раз, два, три, четверо. Наверное, из четырех сейчас будут выбирать одну, да? Смотрите, ребенок. Мне нравится вот это в розовом. Сейчас она подъедет. Смотрите, какая наездница, писец. Бабушка, бабушка. Офигительно, да? Ладно, это лошадки, а мы идем смотреть родео. Нет, Тима, вход не здесь. Вход с другой стороны, наверное. Давайте я лучше вам по этой стороне покажу, что здесь всякие продаются. Фигни-мигни. Ай, какие красивые кристаллики. Нет входа здесь, да? Это всего 3 дня в году. Это была пятница, суббота и вот сегодня воскресенье. Ну? И как нам это посмотреть? Короче, мы ничего не посмотрим сегодня здесь. Херня, вот так вот ходим среди этих. Я расстроенная. В общем, у них соревнование, кто дольше продержится по времени на бешеной лошади. Он выскакивает, чем-то ее колет по шею, она брыкается. Другой ее держит на веревке. Никуда она выскочить не может. Нам видно все плохо, потому что билеты только за наличку на сидячие верхние места. Ну что, сейчас будет следующий выходить. He'll limp back to the buck and shoots. As he does, you know what? He'll take that limp out of his leg. It's a little bit more fan power. Yeah. He likes the fan power. Один дурак выскакивает, короче, а двое подстраховывают его, видите? Потом они ловят и успокаивают эту лошадь и уводят. Кто дольше удержится на этой придурочной лошади? Но я видела, что он скачет на ней и колет ее чем-то прямо в шею остро. Поэтому она начинает его скидывать. Кто дольше времени продержится, тот будет победитель. All you gotta do is get it cleanly around the calf's neck. That's what we call a belt collar catch. Wow. Danny, I'll tell you what, we gotta get a veterinarian to check out that calf. He is on steroids. That sucker's been doping. Тебе просто чипсы или с бургером? А ты как?
Давай зайдем в третий, посмотрим, а потом в четвертый. Может, там стриженные такие, подстриженные. Короче, мне баранов что-то неинтересно смотреть. Так что пойдем во вторую. Здесь только баран. Бараны и козы. Выставка баранов и коз сегодня. Да? Здесь неинтересно. А вон дети катаются на лошадках, на пони. Лабиринт. Смотрите, бройлер написано. Написано бройлерный. Как синий клюв, и смотрите, синие сережечки. А это красавица какая. Видел синий клюв? Так. Уже перышки на крылышко. А здесь что? Они несутся, яйца падают. Собирают яйца. А, да, вот. Да, они вон она сидит, там курица. Эх ты, что я, посмотрите, кого я нашла. Тим, иди сюда скорее. Вон они маленькие. Бедная, и так тяжело и жарко, столько их много, да? Еще их это самое притащили на выставку для нее. Везли же ее сюда, блин. Мамка, бедолажка. Для детей сколько тут мероприятий много. А, вон сцена с индейцами. Я искала сцену с индейцами. Давайте посмотрим. Что-то там индейцы рассказывают. А здесь кролики. Кролики? Эй, ты, красотуля. Спишь? Настоящего индейца посмотреть хотите? Коренного жителя Канады. Здесь клуб, всякие клубы какие-то. Какой заяц большой, смотрите. Реально большой заяц. Смотрите, какой он большой. Это не кролик, это заяц. Сейчас они отойдут, и я вам покажу. И ветернушка какая хорошая. А это реально большой. Здесь кролики и зайцы. Выставка кроликов. Эй, морда где? Где твоя морда? It's no face. Где твоя морда? А вот какой рыжик хороший, какой красавый мордок. Но продажи вообще не вижу, они только демонстрируют свои продукты. ВДНХ. А? ВДНХ. Да. Видишь, Челивак, студенты, Гарден программа. Всякие. Они не продают, они просто показывают, демонстрируют. Там продают. Смотрите. А, вон там маркетинг. Смотрите, какие цветы выращивают. Офигеть. Видите? Это они показывают сорта свои какие, типа. А это вот сидит, вяжет. Смотрите, девчонки сидят, вяжут и продают.
Тут вон станок ткацкий вообще. Квилт. Ткацкие станки. Кто на что-то... О, мама, смотри, для тебя. Мозаику, видишь? Ай, какая красота. Лего. Лего-города. Вот и вышивальщицы. Вот сидят девчонки, вышивают. Кружева плетут, вышивают. Показывают, как они вышивают. И рисуют. Плейсмаркет маленький. Открытки ручной работы, картинки ручной работы. Сидят тут, они рисуют. Это она присняет воду, что ли? Запрещу. Интересно, сколько вот она заплатила за место? Это стоит. Только... Нет, тут где она стоит. Работа? Я говорю, за место заплатила. Стоит. К ней даже никто там не подходит. Ничего. Они за места, интересно, они окупили за день? Все ходят просто позырить. Наклейки продают. Видишь, вот он, вот девочка сидит, наклейки продает. Вот что, она думаешь, она за стол окупила за сегодня? Я сомневаюсь. Вот видишь, пожрать покупают конфеты. А вот такое все. Я очень... Сомневаюсь. Я вот сюда зайду. Смотреть, что здесь. У меня, короче, ничего интересного не было. А, вот они, выставки, где проходят. Пошлите посмотрим. Выставки барашков. Кто первое место возьмет? Козочки. Не барашки, козочки. Видите, у них оценивают. Маленькая, какая хорошая, черненькая. Девочки выводят. В общем, Челевак — это город фермеров. Там обосралась последняя. Накидала горошков. Она высокая, коза это маленькая. Вот как их она оценит, интересно. А вон там дальше выставка. Идет телят. Смотрите, вот там телят показывают. Видите, выставка телят. Еще ножки ей выставляют, чтобы красиво стояли. Не хочет. Тетя моя золотая, устала она. Устала стоять. Дети выводят. Козочка устает стоять на одном месте. Они их разворачивают и опять ставят в стойку. Так, она пошла третью оценивать. А вон там, смотрите, там же еще идет ламы. В следующем ринге ламы. Только ламы. О май год. Какие. Тоже дети выводят. Дети занимаются. Здесь козочки. Здесь телята. А тут ламы.
руки выставляет ровно. Девчонки еле держат их. Смотрите, как классно. По кругу идут. Бычки молодые. Ах ты, рыжик какой. Пацан с ним справляется. А этого как ведет. Здоровый, конечно. Пацан с ним справится. Ножку, смотрите, сейчас ему ногу будет поправлять. Что он делает? Зачем он его так чешет? Успокаивает тебя? А там круг маленький. А, это все один. Нет, там второй круг. Два круга с бычками. Что-то этого выбрали, вперед повели. В общем, у нас пока первый рыжий, второй черный, третьего они выбирают. Вот третий идет, смотрите какой. Они этими палками их чешут постоянно, типа успокаивают, что ли, я не понимаю. Видите, шо, а там коровы, там девочки, телочки, а здесь бычки. Ну, бычки, конечно, сила. Увели этого тоже. А нет, не увели, просто. Палками стойку регулирует, но это какой-то непослушный, не хочет стоять никак. Рыжего увели, вон, видите его. Наверное, первое место рыжий возьмет, второй черный. Давайте я вам показала козочек, бычков, а это ламы. Смотрите, какие они жопки. Я не могу их с лица вам показать. Где я могу подойти, там только зад. Видите, тоже выставка. Вон сейчас девочка показывает, оценивают девочку. Пока стоит. Все они стоят в стойке, натренированные. Но я так поняла, что животными в основном дети занимаются. Смешные у них стойки такие гордые. Вот девочка есть. Хорошенькая. Этот клуб ламы. Следующая пошла на оценку. А посмотрите, эти как выстроились козочки. Ой, как долго я начинала снимать. Уже посмотрела бычков, телок, ламу. А эти все еще не оценили, стоят. Очень долго тетенька оценивает их. Козла последним поставили, который стоял первый. Смотрите, здесь какие поросятки. Эй, малышки. Маленькие какие. Маленькие. Маленький какой. Маленькие какие. Ослики. И даже есть верблюд. Один. Вот он. Есть один верблюд. Что здесь? Здесь детей на пони катают. А вот козел, который был на выставке. Он устал. Теперь пьет водички. Смотрите, какие красульки. Черненькая танцует. Ей места мало. А белая куда полезла? Опа!
Башки высунули. Она еще возбужденная после выставки, никак не успокоится. Пацан не боится. И хорошая какая. Подстриженная. У них такие морды любопытные, да, смотрите. Ушки вперед. Барашки и овечки. Они дерутся. Ну давай. Да? Да? Ругаются? Горластые. Тиарут молоденькие, а этому уже пофигу. Ему жарко, и он хочет спать.